Характер, взгляды на жизнь, вкусы и предпочтения – все это легко можно выразить через одежду, тем более, когда речь идет о собственной коллекции. В Курске прошел 26-й областной фестиваль юных модельеров «Приметы моды». 110 начинающих кутюрье из 14 школ и учреждений дополнительного образования на суд жюри представили самые разные работы – от предапорте до авангарда. В числе зрителей была и наша съемочная группа. Так сложилось, что главной приметой моды стал этностиль. Все чаще на фестивале показывают коллекции, отражающие русский народный колорит. Тему не обошли стороной девчонки из 59-й школы. Традиционные мотивы плюс современный взгляд. Итог – наряды «Мы родом из народа». Помогал руководитель выполнять сложные швы, сложные детали. А так каждая девочка шила свой костюм. И дополнительные украшения шили все вместе. Мы современные, во-первых, крой костюма, то есть не брали изначальный. И использовали такие ткани, как тафта, органза, которые сейчас модные, которые современные ткани. И за счет этого осовременили все-таки коллекцию. Тот случай, когда картинка не предполагает слов. Черно-белое немое кино и современный формат трехмерного изображения легли в основу нарядов Кати Ефремовой. Легкие летящие ткани и откровенно прозрачная сетка, переливающаяся тафта и виниловая пленка. Коллекция черно-белая в 3D – личный вклад школьницы в популяризацию российского кино. Я считаю, что все-таки она сценическая, хотя для некоторых на выход можно что-нибудь из этого даже надеть. Специалисты отмечают, современная детская мода часто копирует взрослую. Эта тенденция прослеживается и в фестивальных коллекциях. Участницы состязания не просто умеют шить, они претендуют на звание настоящих дизайнеров. Дети делают такие интересные вещи, из которых можно даже черпать какое-то вдохновение. И коллекции ничуть не отличаются от взрослых, они на самом деле выполнены в едином стиле, то есть есть идея, есть выполнение в материале достаточно достойное. По сравнению с тем, что у нас продается на рынке, это сделано очень хорошо. Приметы моды – это не только яркое, стильное и увлекательное явление в жизни юных модельеров. Дух творческого состязания и общение с настоящими мастерами дела позволяет участникам лучше проявить свой талант, получить новый опыт, а возможно и определиться с будущей профессией. Ирина Шашкова, Максим Леонов, телеканал «7».